Всем привет, друзья! Сейчас вы видите мой цвет лица, мой цвет кожи достаточно красноватым. Записываю видео на фронтальную камеру. Сейчас пью сок, допиваю. Второй обзор у меня. Это тест HDR10 видео, HDR10 плюс на фронтальную камеру. Посмотрим, давайте, насколько цвет данного сока будет контрастный. Ну, в принципе, я так думаю, подозреваю, что он реально довольно контрастный, этот из-за этого режима. Он насыщает, делает насыщенными краски, цвета из более серых даже тонов. Вот, как видите, позади у меня, в принципе, хорошо записывает даже фронталка. Настолько хорошо, что даже хватает битности цвета. При просмотре даже на вот таком вот экране смартфона низка плотности, довольно-таки, в принципе, в маленьком устройстве, в принципе, красиво даже выглядит. Почти краски как реально, как настоящие. Вот, если не делая даже кропа, вот, в принципе, фотографии, то есть видео вот записывается как будто бы и real life. Ну, у нас как будто я вам на самом деле показываю природу. Вот, природу показываю вам. Реально круто все. Ребят, подписывайтесь на канал ради этого. Ставьте лайк. Но цвет, конечно же, человеческой кожи лица здесь вообще перенасыщен сейчас. Ярко у меня вот